Открытая баскетбольная площадка в спортивном клубе «Химик». Здесь сошлись объединенная сборная Раменского и Жуковского со сборной Воскресенской и Коломны. Сегодня им предстоит играть 5 часов без остановки. Играем мы 5 на 5. Будет продолжаться этот матч 5 часов с общим счетом. Играть будут по 2 пятерки с каждой стороны, то есть Жуковский, и 2 пятерки играет Коломна-Воскресенск. Каждый из этих пятерок сыграет по 2 отрезка часовых. И потом считается общий счет, и как бы победитель определяется по количеству забитых очков. Жарко, еще и температура на площадке достаточно высокая, вот. Но нам нравится, это главное. Уже занимаюсь порядка 12 лет. В школе наш физрук привел меня на секцию вот сюда, к Илье Викторовичу Данодину. Вот так и увлекся. Максим из сборной Коломны. Если воскресенский баскетбол крутится вокруг спортивного клуба «Химик», то в Коломне вокруг клуба «Авангард». Интересно. Эксперимент таскать. Баскетбольный марафон. Это, в принципе, интересно. Проявить себя, скажем так. И проиграть в свое удовольствие. А вот и соперники. Мы проводили у себя такие соревнования уже 4-й раз. Здесь в Воскресенске первый раз проводится. Договорились с организаторами, с Ильей Данодиным об организации. Пока все успешно проходит. Который раз у нас один из самых жарких дней, такой марафон, можно сказать, да, 6-часовой. Ну, что делать-то? Водичка есть, есть панамки, так что вроде бы справляемся. Так а для чего это все организовано? Ради дружбы, пожалуй? Да, для этого все делаем, чтобы дружить, чтобы это все популяризировалось, чтобы мы знали, кто там с кем играет, и потому что уровень достаточно высокий у всех ребят. И вообще интересно это посмотреть. То есть, ну, так в области, наверное, такое приличное событие на самом деле. Но победила-таки и дружба, и команда. Сборная Воскресенской и Коломны со счетом 352-285. За 5 часов игры ребята наколотили 637 очков. Денис Нитков, новости из Кровект.